Анастасия Шкурда – звезда белорусского плавания. Именно она привезла в Беларусь в первый регион бронзу чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе. А еще девушка завоевала две лицензии для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. С такой талантливой спортсменкой, звездой Брещины в многофункциональном центре облсполкома встретился глава первого региона Юрий Шулейко. Губернатор поздравил Анастасию с наградой и поблагодарил за то, что она прославляет страну и нашу область, а также пожелал не останавливаться на достигнутом. Спасибо за победу, конечно, в первую очередь для Брещина, потом уже для страны, ну, успеха, конечно, тебе терпения, спортивного такого уверенности духа, конечно, нелегких тренировок, когда это все пройдет, чтобы достичь самых высоких пьедесталов для себя, в первую очередь, ты, конечно, там и живешь. Да, спасибо за победу. После поздравления председатель облсполкома в первую очередь отметил, что в суверенной истории страны спортсмены юго-западного региона до этого не завоевывали медали чемпионатов мира по плаванию. Ну а после поинтересовался у Анастасии, в какой атмосфере проходил чемпионат в Дохе, чем отличался там бассейн от Брестского дворца водных видов спорта, кто был главным конкурентом и как удалось завоевать бронзовую медаль. На данный момент получилось завоевать одну медаль бронзового достоинства, чему, конечно же, очень рада. И если говорить о предыдущих чемпионатах, то на самом деле это только мой первый чемпионат личный. Я участвовала один раз в чемпионате мира и была там в составе эстафеты. Нам нужно было опираться на Олимпийские игры. А этот раз вот я уже полноценно выступала в личных дисциплинах и вот выиграла медаль. Всегда нацеливаешься на самое высшее достижение и всегда хочется выиграть золото, но, думаю, это не худший из возможных исходов, поэтому очень рада, что смогла привезти медаль домой, и дети смогут увидеть в бассейне и порадовать все, кто имеет какое-либо отношение к спорту вообще в целом, поэтому очень довольна. С самого старта решающего заплыва брещанка держалась третьей вслед за американкой и спортсменкой из Австралии. Эту же позицию Анастасия сохранила до самого финиша. Так, бронзовая медаль чемпионата мира стала для Шкурдай крупнейшим достижением в карьере на международных стартах. Очень понравилась обстановка. Может быть, мы чрезмерно настраивались, ожидали каких-то, может быть, проблем, но прошло очень все хорошо. Никакой разницы не ощутились там с 2018 годом, 2016 и так далее. Очень такая добрая атмосфера была и с коллегами-тренерами, и с другими спортсменами. Получили огромное удовольствие от поездки. Естественно, завоеваны медали для Анастасии, для Бреста, для Беларуси. И ждем уже с нетерпением Олимпийских игр, так как у нас выполнены все два норматива на 100 на спине и 200 на спине. Сейчас будем начинать полноценную подготовку туда. Но будет уже намного проще, потому что съездив впервые после долгого перерыва, мы, скажем так, опробовали, все получилось хорошо, и уже можно конкретно ориентироваться только на тренировочный процесс. Сегодня Брестская область имеет развитую инфраструктуру для организации любого спортивного мероприятия. Дворец водных видов спорта в Бресте является лучшим в республике. Благодаря поддержке спорта со стороны государства есть отличные условия для подготовки белорусских спортсменов, отсюда и высокие результаты.